Раз. Раз, два. Здесь 2 мм, то есть жесткость выше гораздо. В целом она довольно крепкая, надежная, хорошая стенка. Вот нас двое. Физкульт, привет, друзья, с вами Сергей. И сегодня на обзоре шведская стенка торговой марки Ladas. Называется она Universal Pro Plus. Это довольно популярная модель, наверное, самая ходовая позиция из всех, наверное, шведских стенок, которые мы продавали. А популярна она по ряду причин. Во-первых, она передвижная, то есть, как вы видите, она стоит и ни на чем не держится. То есть вот она. Сейчас я сниму брусья. Ну, ее тут завязали в целях безопасности, потому что используют ее детвора, там дети от 6-7 лет и старше, и человек боится, просто переживает, чтобы она не завалилась, и он ее привязал там веревочкой к балке. А так в целом она довольно крепкая, надежная, хорошая стенка. Основные преимущества стенки, особенно вот для частного дома. Тем, кто живет в своем доме или на даче. У меня, к примеру, дома тоже стоит, но предыдущего поколения стенка, которая называется просто универсал. Обзор у меня на нее был уже на канале, то есть можете посмотреть. То есть вы ее летом вынесли на улицу и занимаетесь себе спокойно. Все упражнения можно здесь сделать, то есть это турник. Причем, обратите внимание, хватов здесь 6 хватов, то есть можно прокачивать практически все группы мышц спины. Вы летом отзанимались, ну, желательно, конечно, ее ставить под навес, чтобы не попадала вода, прямые попадания влаги, ну, нежелательны. А зимой, когда пришла зима, холодно, допустим, заниматься на улице вам, вы ее занесли в дом и занимаетесь точно так же дома уже. Значит, часто спрашивают, можно ли ее ставить на улицу? Ответ – да, можно ставить, хотя эта модель предназначена именно для домашнего пользования, для квартиры, для дома, то есть для помещения. Она не позиционировалась изначально производителем как уличный вариант, но я ее использую уже не первый год вот таким, в таком режиме, то есть летом она у меня на улице, зимой я заношу в дом, и никаких проблем особых нет. Единственное, что вот эти места, где болт закручивается, ну, производитель, не знаю по какой причине, не ставит шайбы, не комплектует шайбами болтовые соединения. Можете сами доукомплектовать, то есть перед тем, как ставить болты, то есть затягивать, купите там набор шайб, это выйдет, ну, не знаю, 30 гривен, может быть, вам плюс к цене. И вы перед тем, как закручивать болты, ставите шайбу, и вы, когда при затяжке, у вас не повреждается краска. Таким образом, вот в этом месте у вас не будет ржавчины потом. И, ну, то есть везде, вот где вот эти соединения есть, где металл хоть немножко, ну, попортился при сборке, при установке, там у вас, скорее всего, будет ржавчина появляться. Но, опять же, это не критично. И всегда можно подкрасить. Там легко мочалочкой взяли, подкрасили в этих местах, да и все. Ну, я не парюсь по этому поводу, просто тренируюсь, да и все. Давайте теперь непосредственно об этой модели поговорим. Эта шведская стенка, называется она Universal Pro Plus. В чем отличие от обычной стенки Universal? От обычной стенки Universal отличается она, во-первых, профилем. На универсале профиль идет 50 на 40, здесь 50 на 50. Толщина стенки металла 2 мм, замечу. Это если сравнивать с конкурентами, к примеру, там, ну, неважно с какими конкурентами, у них есть от 1,5 до 1,8 мм толщина стенки. Здесь 2 мм, то есть жесткость выше гораздо. То есть стойка отличается стойкой. Второй момент, это здесь, вот как видите, такие есть ловушки специальные, мощные, из пластины толщиной 5 мм они вырезаны, с такими вот резиновыми накладочками, чтобы не царапать краску. Ловушки для грифа. Ну, здесь вот человек использует их
он занимается со штангой, а детвора занимается вот с такой палкой тяжелой, которая называется бодибар. Ну, им, в принципе, этого хватает. То есть вот эти ловушки, как раз они с разной высотой, под разный рост людей удобно, что они на разной высоте, можно заниматься вот как раз и детям, и взрослым. То есть вы ложите лавочку и занимаетесь, типа жим лежа делаете. Можно не переставлять высоту, потому что здесь уже вот есть разные высоты, они под разный рост рассчитаны. Вот это вот отдельно брусья здесь тоже, они регулируются на разную высоту. Вот здесь, если посмотреть, есть отверстие. И вы вот барашком легко здесь вот открутили барашек. Раз, переставили. Ну, только здесь высота другая мне нужна. Это убирается. Ну, если вы занимаетесь брусьями, естественно, вам же это не нужно. И вы выставляете вот, к примеру, выше можете поставить брусья, да, и зафиксировали. То есть вот так вот переставляются брусья. Согласен, не совсем легко и просто. Нужно там потратить буквально 5 секунд на перестановку. Но зато брусья, вот смотрите, какие массивные здесь брусья. То есть вот такие вот мощные брусья с двумя упорами, с косыночкой здесь вот есть. Для чего все это? Потому что конструкция рассчитана на вес пользователя 150 килограмм. Обращаю еще раз внимание, здесь вот смотрите, полиуретановые вот эти вот подлокотники, они мягкие, отлиты из полиуретана. То есть они не кожзам, как вот в основных моделях, да, в том же универсале в обычном, кстати, вот в чем отличие тоже. Там идет вот эти вот подушки, они из поролоновая подушка, сверху кожзамом обтянута, ну как в большинстве моделей. Здесь же они вот, видите, удобно вот так, то есть когда вы ложите локоть, он никуда не ездит, кладете локоть, он никуда не ездит у вас, вот он жестко лежит вот в этих вот углублениях, хорошо сидит, то есть рука и мягко, что самое приятное, вот мягко, комфортно здесь заниматься. Ручки. Они вот такие вот эргономической формы. Таким вот углублением здесь в начале, а здесь вот горка такая. Ну, короче, удобно браться. Хват удобный. И они, по-моему, из не из пластика, а из резины, да. Они резиновые. И есть вот такие вот продольные насечки на ручках. То есть рука, когда даже вспотела, у вас она не ездит. Так, касательно брусьев, спинка, кстати, здесь тоже вот отличительная особенность именно этой модели. Здесь спинка большая, под спину большой упор, потому что в обычном универсале он вот такой вот сантиметров 12-15 в ширину и расположен ну, вдоль ступенек. Здесь она поперек и она увеличенная спинка. Касательно брусьев рассказал, крюки под штангу тоже есть в обзоре уже. Турник 6 хватов тоже сказал. Кстати, в этой модели, опять же, отличительная особенность от обычного универсала в том, что на универсале турник съемный, а здесь турник жестко зафиксирован. Ну, видимо, это из соображений того, что он на больший вес, тяжелая конструкция, большой вес должна выдерживать, и решили его закрепить жестко. То есть он фиксируется. Здесь вот есть дополнительные вот такие вот косыночки, распорки на турнике, и он выполняет свои функции вполне нормально. Кстати, эта модель, забыл, неправильно назвал ее, эта модель называется Universal Wood Pro, вот, но есть такая же модель Universal Pro Plus. Wood Pro как раз с деревянными перемычками, а модель Universal Pro Plus с остальными перемычками, они хромированные такие, блестящие. Ну, вот, в принципе, у этих двух моделей разница только в ступенях. Лавочка тоже вешается на эти же кронштейны, вот она ставится. Сюда ложится гриф, давайте, к примеру, вот так пониже, типа жим в горизонте, да, мы делаем. Вот, к примеру, вы решили накачаться, да? Ложитесь
кладетесь на скамью, вот раз. Предположим, это у вас штанга. Ну вот таким образом происходит жим, да? Здесь у вас вот крюки, пожали, положили. Эти же крюки вы можете выше регулировать. То есть, ну, в принципе, мне нормально. Если у вас рост выше, вы можете их выше поставить. То же самое лавку можете под углом делать. Она же переставляется здесь. Вы можете лавочку поставить под другим углом. Соответственно, прокачиваетесь. Давайте даже покажу. Чего не сделаешь ради подписчиков? Вот так вот. Смотрите. О, раз. И, к примеру, мы поставим вот сюда высоковато, да? Вот, смотрите, мы поставили под жим под углом, да, к примеру. Жмем под углом на верхнюю часть грудных мышц. И здесь вот предусмотрено, да, в горизонте, понятное дело, мы жмем без проблем. Здесь даже предусмотрели такую штуку, как упор, вот он, под ягодицы. То есть вы его ставите и ложитесь, делаете жим, чтобы вы не съезжали во время занятий. Оп, уперлись. То есть вот вы лежите, никуда не съезжаете. То есть здесь даже такую мелочь продумали. Скамья здесь, вот в этой модели, в модели Universal Wood Pro, она, и так же, как и в модели Universal Pro Plus, тоже идет полиуретановая, литая, мягкая. То есть удобно на ней заниматься. Все вот эти элементы, вот эта подушка, они все из полиуретана. На обычном универсале она идет из кожзама. Поролон, и сверху обтянута кожзама. Еще раз давайте пройдемся по отличиям. Универсал модель на 120 кг. Профиль 50 на 40. Стальная труба, но она идет в пластиковой оболочке. Модель Универсал Pro. Это уже идет вот 50 на 50 профиль, 150 кг рассчитано, турник будет жестко зафиксирован, но скамья идет из кожзама, без вот этих, а не, ловушки есть. Универсал Pro Plus отличается только, вот эта скамья будет из полиуретана уже. И наша данная модель Универсал Wood Pro, она отличается от обычного универсала Pro Плюс тем, что у нее деревянные ступени. Кстати, они овальные деревянные ступени, они не прокручиваются, они вставляются вот сюда. Овальная, видите, форма вырезана уже в профиле. Они вставляются, жестко фиксируются. Вообще удобная моделька, вот, мне нравится по хвату она. Лавочка в горизонте еще используется, ты снимаешь? Для пресса, вот смотрите, вытаскиваете эту штуку. Вставляются вот такие валики еще под колени. И вы можете прокачивать пресс. Либо вот так. То есть вы садитесь и качаете пресс. Да, то есть ее можно отдельно использовать вне зависимости от стенки. Либо вы можете использовать эту же скамью, только вот на лестнице. То есть вы ее ставите вот так. И здесь уже угол гораздо больше будет у вас. Оп. И вот вы занимаетесь, качаете пресс. Как Витя качает каждый день с утра, по 100 раз качает пресс вот таким образом. Кстати, по поводу лавочки. Вот эти штуки тоже не из кожзама, они тоже полиуретановые. Отлитые, долговечные, практичные. В общем, если вы ищете модель передвижную, шведскую стенку, для дома, для улицы, наверное, универсал это самая популярная и самая практичная из всех шведских стенок, которые я вообще продавал, которые у нас были в магазине. Поэтому выбирайте либо универсал,
либо Pro, либо Pro Plus модель. Разницу я вам объяснил. В чем отличие? Если же у вас нет возможности или желания ставить передвижную стенку, тогда вы смотрите на другие модели, которые крепятся к стене. Они тоже на сайте представлены. Тот же Odyssey, либо Лидер есть. Вот, они жестко зафиксировали его в стену и занимаетесь, ничего никуда не передвигаете. Сейчас мы еще проведем тест. Часто спрашивают, на какой вес она рассчитана. Реально ли она выдержит 150 килограмм? И не шатается ли она при тренировках? Когда я делал пресс, вы это уже видели, ничего не шатается. Сейчас покажем брусья и покажем еще турник. Она немножко привязана в целях безопасности, потому что дети, да, и человек просто переживает. Но можно увидеть, что, в принципе, она не на веревках висит, а именно под моим весом. Вот смотрите. Ну, как бы есть небольшой люфт, но все в пределах нормы, никуда она не уходит. Можно нормально заниматься. Не переживать, что она упадет. Ну, упасть она теоретически даже не может, потому что у нее лапы на метр. Вот лапы. И у нее центр тяжести как раз вот под этими лапами. То есть вы при всем желании ее никак не перевернете. В общем, мой вам совет. Вот эти крюки ставьте в конце упражнений, когда вы проработали все группы мышц уже со своим весом. К примеру, вам нужно доработаться. Ставите крюки и работаете уже со штангой. Либо наоборот. Сперва работаете со штангой, а потом добиваете своим весом уже. Все упражнения делаете со своим весом. Брусья вешаются на крюки вот эти. То есть они сверху уложатся и все. Снизу, естественно, ну, их можно там теоретически как-то подбить, но это надо постараться. Ну, вообще, ну, все надежно и нормально, без всяких там проблем. С прессом, вот, мы качаем пресс. Тоже ничего не шатается, никуда она не уходит. Брусья. Тоже все в порядке. Как видите, не упала. Я не разбился. Поэтому можно вполне ее использовать. И заниматься, не бояться, что она перевернется. Теперь давайте протестируем на максимальный вес. Давайте начнем с турника. Раз. Два. Так, хватит. Хоп. Вот у меня вес примерно 85, и у Артема около 70. То есть общий вес примерно 155, ну пусть 150 килограмм. Как видите, шведская стенка не пострадала. Теперь давайте проверим брусья. Давай как-то не знаю. Давай, вот так, Артема на брусья. Ну, пробуй, да. Хоп. Ну вот. Вот нас двое. То есть брусья тоже выдерживают спокойно 150 килограмм. Итак, друзья, хочу подытожить. Шведская стенка передвижная — это вещь, которая должна быть у каждого мужчины в доме. Поэтому заходите к нам на сайт, выбирайте нужную вам модель. Кстати, забыл сказать, они еще есть в двух цветах. Черная матовая, как вот это, и белый глянец. По желанию можно заказать любую из моделей. По срокам это примерно от 2 до 5 рабочих дней. Наш сайт Muscle Shop, все ссылочки будут в описании. По промокоду. По промокоду 1554 вы получаете дополнительную скидку от меня на любую позицию. Увидимся в новых видео. До новых встреч. Пока.